Моего прадедушку зовут Владимир Александрович. Когда бы он окончил 5 классов перед тем, как началась война, его взяли в переводчики на эстонский язык. Он очень хорошо знает эстонский язык. У него очень много медалей и 2 ордена. Орден за славу и орден за участие. И у него целых 19 медалей. Когда шел в лес, он не заметил мину. Но офицер его схватил за плечо, и офицер говорит: «Ты что, под ноги не смотришь?» Если бы офицер не взял его за плечо, то он бы уже взорвался. И моего дедушки бы не было. А сейчас ему 86 лет уже. Я горжусь своим дедушкой, потому чтобы он жил еще долго.